Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а видите продолжение партии за Корею в Sid Meier's Civilization 6. Партия на восьмерых, континенты, монополии корпорации, случайные технологии и варварские кланы. Подробности традиционно в первой серии, так что если вы случайно наткнулись на эту серию, переходите к первой, ссылка на плейлист в описании и в прикрепленном комментарии. Кроме того, спонсоры канала в этом самом плейлисте все серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку, а вам всем приятного продолжения просмотра. Англичане, я объявляю этим годом войну, то есть, типа, не атакуй, дождись, когда я объявлю, чтобы получить бонус. Я думал, ты с ним в союз будешь садить. С кем? С англичанином. Так я с англичанином в союзе. А, я думал, ты ему войну хоть. Нет, я говорю, мы с ним в военном союзе, поэтому, когда я объявлю войну Риму, он получит плюс 5. Чтобы он, не, если там кого-то хотел атаковать, чтобы он дождался плюс 5. Ой, а ты можешь... Кстати, а ты можешь у Ливерпуля убить его скауту, чтобы он не разграбил караваны? Кто такой плохой? Зачем тебе Женева нужна была? Разграбил все-таки. Ты объявил, да, войну? Он мне объявил. Да, уже в войне мы. Добей там его армию. Пожалуйста. К сожалению, не добегаю. Египет, мне снова деньги надо. Кидай. О, Рим, смотри, давай вот так тогда, что ли? Я тебе сделку кинул. Оля, по-моему, мы наигрались. А, да. Спасибо. Тут Лёша на территории есть нефть, а у меня типа нет нефти. Что, перекупить Бандар Брюне? 9 послов все-таки. Раб, ты мне тоже войну объявил, да? Ну, это мы ради плюс 5, так сказать, стараемся друг для друга. Элеонор. Раб, у меня для тебя будет сюрприз. Давай. Приятный. Я надеюсь. Не, надо подождать. Что, ты уже ядерку запускаешь уже? Следующим ходом увижу, где аэропорты. Бля, давай, полевыми пушками. Всех тебя. Ядром чисто в ракету, да? Нормально, что у меня вышел корпус бомбарда и сдох? Нормально. Ты вздох-то жив еще? Пока еще. Его сейчас забьет Мека. Не. Опять перекупил. А что там Бандар Брюне, что он так за него стой, держит? Я тебе не буду мешать ученого провязать. Торговые посты к иностранным. Ну не знаю, мы же ему забанили, он как бы не должен уже иметь с него особо много денег. А Египет?
Сильно, у меня кипрачник. Блин, не теми походил. Так. Вот оно где. Два хода. Так, ну тут я точно выхожу в золотой уже. Так, а сдаваться можно? Ну, у тебя забрали уже столицу. Не знаю, как твои соседи скажут. Ну, типа, я хз, у меня просто нет ни единички нефти. И как я должен драться без нефти против пехоты? А, подожди, это Рим, Рим говорит? Это англичанин говорит. Это Рим. Нет, Рим говорит. Кто? Рим? У меня, типа, нет нефти, что я могу делать? У меня на всей моей огромной территории 0 нефти. Ну, отдай города, англичанину, мы продолжим играть. Иди в ту самую, в самолеты. Тогда я не понял, в чем проблема, нет нефти, ну, алюминий дождись. Вот, да. Он алюминий. Так не умеет, он умеет только нападать, типа, воевать, он чисто через это. Ты как решил? Ну, вот, по твоим словам, что ты сдаешься, у тебя нету нефти. Ты играешь только вот если ты можешь воевать и все. Если не можешь воевать, ты не в состоянии ни в дипломатию, никуда. Да-да, аналитика. Нет, ну так по факту ты просто сейчас посреди игры и то есть берешь и вот. Да. Ну, в чем прикол, зачем мы играли? Ты не потерял города, то есть, ну, как бы нефти так появится. Ой, аналитика от Ларри. Вот-вот. Это я за него ты отвечаю. Ты меня понял. Тоже много ошибок наделал, так что сдаваться или портить с ним игру. Рим сделка. А, Египет, кстати, мне тоже надо пару рублей. Блин, а я там успел. Я тут угольную построил, да? Следующий ход. Да. Заработал. Не успел тут, правда, нефть обработать, но я думаю, что в нашем случае это не критично. Ну, вот так вот люди играют, в которые. Не первый раз такое замечаю. Нету ресурса, все, мы сдаемся. То есть он захватывает англичанина, и он готов уже сдаваться, просто потому что у него нету нефти. Египет сделка. А ты же видишь, да, мою территорию? Ты же видишь то, что да, я вижу, да? Да, да, теперь вижу, да. Вот, и ты видишь, да, что, ну, по идее, Каир для тебя открыт. Вижу, мне надо сейчас соединить все в корпуса и потом проходить в пейс. Так, араб, а если я буду по твоей территории скаутом идти, ты его убьешь? Нет, ну если ты не будешь ничего им делать... Ну, то... естественно, да. Есть вот такое предложение.
арене. Не, подождите, мне надо проиллюстрировать почту, а не вот это, что я сейчас делаю. Лёш, соточку очень треба. Принял. Блин, а Женева далеко? У меня тут есть предложить отобрать жене. Ее убили. Да я вижу, у меня есть предложить типа отбить ее. Я просто думаю, сможем ли мы. Сможем, сможем. У меня Манчестер. Я предательство задал, подождите. Или вам будет не легче с предательством? Не, мы можем и то, и то принять. Кстати. Вам же оно даже, по-моему, не будет вылазить по поводу Женевы. Мне выгодно. У меня тоже есть такая-то. Нет, у нас же с ними этот. А, вы видели Женеву? Просто видели, вылазит Женева. Конечно, Женева да. Вылазит, если у вас там послы были. То есть вы и послов туда отправили. Нет. А он объявил нам войну и был ее сюзерином. Или кто-то из них был сюзерином. И нам появилась англичан, может быть, Англия была или Рим, кто-то из них. Я Англия. Так, ну ты там вольешься, Алиенора, в Женеву? Потому что у меня голосов-то мало. Ну я 3 или 4 уже. Но у него тоже 0. У него 0. То есть он только один может против подать и все. Ой, я сейчас начну улетать по науке, кстати. Блин, а мне же еще надо алюминий открыть. Не, ну я могу биплан-то с нефтью делать. Нефти-то у меня дофига. Пока. Пока тут все оставляю как стоит. Потому что мне и улучшать юниты надо, и вообще. Белые скалы Дувра. Фига тут осада Магдебурга. А, мы все типа принялись, и мы теперь в союзе, ну типа, скованы одной цепью. Это такое что было? Красиво. Боже, какой у вас... Реально, какой у вас говняный континент. Так это вы кризис приняли, поэтому все открылось. Нет, это только что другое. Не, кризисом мы все стали, типа... Да, просто тычки не хватило забрать, это такой ужас. А еще не открыл мобилизацию, черт. Зафига? Не, у меня тут твои движения. Так, куда переместим? Ну, давайте в Анцы. Так, а тут мы... Переиллюстрировать почту. Рим сделка. Так... Открываем авиацию. О! Да, сейчас в Магдебурге может кавалерия умереть. Зашибись. Я понимаю. Просто скажу на всякий случай. Так, где у нас тут аэродром можно построить будет? Ну, видимо... Видимо, сюда. Уберем производство немного, к сожалению.
и в Янсане. Вот сюда. Ну все. Если алюминий будет, то тут победа, похоже, моя вообще. Это если наличие стоит алюминий. Мне кажется, Рим очень зря на англичанина нападал, а не на меня. Так, а кто Валетту перекупил? Лари. Ну, мне уже не надо. Она мне только понадобится, когда эти плотины надо будет строить. Так, ну... Скрестили пальцы на алюминий. И мне, кстати, воздушный шарик надо... Блин, а что я не объединил? А, блин, я не открыл еще армию. Так, и что, и нету алюминия? Есть. Тилбург. Так, Тилбург надо забирать. Ну, как видите, у Рима дофига алюминия. Но мне тут главное... Вот это обработать. Так, значит, покупаем строителя. Причем самолетами пойдем Тилбург заберем. Ну, слушайте, мне тут уже смотреть нечего. Спасибо. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Нет, на этот ход не надо. Дай, пожалуйста, эти следующие верну. Кинул. Кстати, захватил мне рабочего в Сувоне. Какие у нас тут стены? У нас уже сталеварение тут. А, да, уже сталеварение. Тут уже современное. Там каравелла плавает. А скажите, а вы у араба только Мекку захватили, да? Еще один город разрушили. Ну, тут я плохо повоевал, честно. Ну, а почему вообще, я не понял, а почему вы решили вообще его пилить? Чисто вот из-за этой Мекки и пирамиды? Ну, мне на самом деле здесь он как бы не поступил. Мне надо было просто сразу с договариваться с самого начала. Да ты, я не знаю, что ты вообще на немца делаешь, если честно. Ты херней занимаешься, откровенно, скажу тебе так. Ну слушай, я учусь играть, я что, должен профессионально играть или как? Нет, ты играешь, просто ты не должен на меня нападать, было все. Ты... На самом деле, тебе куча места фрисимить, это ББГ вообще другой. Ну а чё ты, блин? Так я не знал, что тут типа на поймы совсем этот, иной... Как? Пантик. Так, значит, у меня два хода, по идее. Не, даже три. А следующим ходом обработаю, и потом только... Ну, в принципе, можно ангар строить.
Что сказали, что не воевать немец? Чё-то... Да, рассинхрон же, ну. Я извиняюсь. Если хочешь, давай загрузимся. Я что-то закупил. Просто это... В моменте. Что-то ты, англичанин, говорил, что мы там Женеву изи отобьем, а у тебя уже Манчестер еще забрали. Ну, чуть-чуть не получилось. Там буквально чуть-чуть не получилось. Не пошло. Не фартануло, да. А что-то он тут делает, наши открытые границы. Затупил, не послал этого, господи, Губера. Танк успех ушел, не фартануло. Да. А, мы, наверное, в общем этом в кризисе. Она тоже проголосовала. Ясно. На минимец решил дальше не захватывать. Ну, нам надо Тилбург захватить ради алюминия вот этого. А можешь Дил принять? Я принял. Рим на следующий ход надо это альянс продлить будет. Рим, ты же нефть видишь, а у меня есть нефть? А кто спрашивает? Англия? Ну, не, у тебя нет нефти. Я тебе могу сказать, есть ли у тебя нефть. Это скорее, видит ли во мне Рим какую-то цель нефтяную? Не. Ну, не нефтяную точно. А, нет, подожди, у Шеффилда есть там одна на воде. В третьем радиусе. Вес Рим огромный. И, кстати, между прочим, у Портсмута есть нефть. Я не знаю, что нам Рим говорит, что у него нету нефти. Вообще-то есть у тебя нефть. У Портсмута? Ну да. В смысле, над ним в тундре? Ну да. У меня там нет вижена. Что у тебя там? Нет вижена. Блин, нормально. Он даже не видит всю территорию. Он говорит, нету ничего. Можно сдаваться, говорит. Это нефть, и это город Англии, да? И типа. Ну ты его захватил уже к тому моменту, ну чё? Так, надо, наверное, броненосец... Нет, линкор давайте построим. Конечно, у Кореи место, ё-моё, как много. Да. Это из-за того, что Голландия ушла. Нет, нет. Забрал на... этом... на Арабе ученого на лабы. Жалко, что я никогда в них не выйду, но ничего страшного. Могу зато теперь всем подсказать, где Advanced Ballistics находится. Так, а где у меня появился этот ученый? Или не я его забрал? Блин, не я его забрал. Таймер-то, наверное, тут мы так бесконечно не сделали. Так, следующим ходом будем самолеты уже строить. Ну что такие дебильные... Так, а может с этими союз? Предложение немец. Еще одно. Все, сейчас у меня пушечки докачаются полевые до 5-го левела.
И можно в городах сидеть вообще вечно. А чё, они там по двору стреляют? Мне надо именно гаванца сначала, блин, или атаковать. У меня нету алюминия столько, то есть у меня будет всего лишь, типа, 3 алюминия вход, я так понимаю. То есть 3 бомбардировщика сделать и отбивать города англичанина. Алексей, сделка. Если интересно. Так, тут я не строю, тут я уже поставил. Где-то еще производство. Вроде нет. Тут засуха, походу, была. Немножко алкоголизма, так скажем, да? Вообще. А ты до веры покупаешь юнитов немец? Ну, покупал за веру, сейчас уже нет. Сейчас я просто вижу, что ты строишь. Ну, я вижу, что ты строишь, поэтому. Так, тут танчики надо так открыть. И уже танчики буду армии танков я купать за веру, поэтому я копим. Я что я прям плохо сыграл. Да, я тоже очень плохо сыграл. Ну я не отчаялся, я как бы просто доигрываю. Ну просто я вижу, что ты планируешь его добивать, вот я когда. А ты понимаешь, там в моменте я потерял просто юнитов на золоте. У меня, ну, как это. Не хватило золотов оплачивать. А и вот, а что ты меня не кинул за обмен? А это как раз вот, ты меня тогда подколол на этом. Ты мне взял золото, все под ноль, и у меня на самом. Не, если бы ты мне сказал, что не хватает золота, я бы просто держал для тебя вот так. Тут опять же я провтыкал в этом. Я не увидел, что у меня, ну, уже такой минус большой. Понял. Просто реально выключили себя на этом. Ну, особенно тут, конечно, немец. У немца куча территорий на развитие. Ну, это все. Ну, да, нашу старшему точно ничего не сделаем. А, вы хотите в Лешу консиднуть? Да. Решение за Римом. Я вообще ни в кого не. Ну, типа, мне без. Ну, типа на том континенте они реально просто иррелевантные. Да, рассинхрон, кстати, начался, так что. Ну, ХС. Я слишком рано сдаюсь. Но у нас всю игру переход хода длится 200 лет. И в итоге мы сыграли 100 ходов за огромное количество времени. И, честно, уже подустал немного. Ну, не, здесь очевидно, что наш континент, там, где три, вот Германия, это самое, мы плохо сыграли. У меня плюс 8. Как вы вообще пришли к тому, что вы все втроем, типа, релевантны, как это вышло? Ну, они друг в друга упоролись зачем-то. Да, я два чела упоролись, да. Просто, я не знаю, типа, мы спокойно могли. А они как, ну, типа, так они в меня упоролись, честно, и ничего не смогли сделать. Говоря, честно, дайте скажу, я не хотел еще воевать, я просто хотел объявить войну, чтобы ты не трейдил меня. Я, типа, слушаю, когда на паузе, немец говорит, а я пойду тебя бить, типа, за Египет. Нет. Я и думаю, почему нет уже? Да, не, когда ты начал, я думаю, ну, блин, мне выгоднее с тобой торговать и тебя так оставлять. Так нет, тебе не надо было тащи делать, тебе не надо было ни в кого не вязать. Ты бы со мной так и торговал, смотрел бы, как мы посидим, бодаемся. Согласен. Ну, видишь, вот, я... Вот, не, я на самом деле, я не хотел воевать с арабом, потому что, ну, я по техам, по всему отставал очень сильно. И я думал, ну... Типа, окей, просто не дам ему себя трейдить, и все. Короче, ну это лирика, мы все как бы сделали вывод на нашем континенте, и это самое, научились, что решаем по игре. То есть я ребят, предлагаю сказать, что Леша достойно победил, значит, сражался как лев. Очень смешно, да. Это, скорее всего, ты недостойно проиграл, не готов сражаться. Нету нефти, я сдаюсь. Либо Корея. Не знаю, типа, если люди предлагают, то я не против.
Ну, то есть, Рим, ты сдаешься в Корее? Да. Ну и все. Все устали, все согласны? Ну, спасибо за игру. У меня через два хода современные самолеты, если что. Ну, а, ну то есть, победу. Ну, в принципе, вариантов нет. Я уже... Единственное, что я сижу, это на Египте с 500 золота вход, но мне так не надо вообще абсолютно. Да не, спасибо, хорошо покатали. Рим внезапный вообще, хорошо зашел. Да, всем спасибо. Араб, сорян. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Пока-пока. Без обид, да, мы это самое. Всем спасибо, реально, ну, было интересно, как бы. Алексей, победы. Да, спасибо. Ну... За Ирелли бедного араба не дали, блин, поиграть нормально. Ну, я бы сказал, то есть вот таких игроков в шестую цилу, как Рим, довольно много. То есть они садятся в ФФА, играют чисто без дипломатии. Они вот могут нападать, воевать, они это делают. Если у них нету какого-нибудь ресурса там или еще что-то, они вот сразу начинают признавать свое поражение зачем-то. Ну, я... Ну, в данном случае-то я его уже, наверное, обгоняю, действительно. То есть, во-первых, у меня в два раза больше... Ну, в полтора раза больше науки. В полтора раза больше науки и самолеты уже современные. Но он, в принципе, тоже недалеко. Давайте глянем. 51... А, 44. Нет, тут он, наверное, далеко. Он куда-то сюда вышел... Но я не уверен, у него вряд ли есть химия. То есть у него, точнее, не... А нет, лабы. Значит, он вышел вот сюда, в нижнюю. Он вот сюда вышел, в уран. То есть он точно не в самолетах. Он точно не в самолетах. Ну, потому что 51-44 это плюс 7 технологий. Это явно я вот тут. Но так как он не в самолетах, то я точно забираю... Тут. То есть у меня три бомбардировщика, мне хватит отбить города Британии. Все это забрать. Ну, если бы Рим не нападал на Британию, вот так. То есть он просто по очереди напал на Персию, хотя там Персия напала. Потом напал на Нидерланды, потом напал на Англию. Получится, так получится. Не получится, ну вот в таком стиле люди играют. То есть они садятся в ФФА играть как такая сольная партия. То есть тут нету места ни дипломатии, ни договоренностям, там, чему-то вот такому. У него дипломатия, чисто вот он союз со мной, например, заключил, значит, он может на Англию напасть. Тут я, конечно, сглупил, но договариваться вот дальше за Рим, например, давайте я отступлю там... договоримся о чем-то, типа, вот такого. Он даже не пытается. Он просто вот там нету нефти, потому что у него нефть как раз оказалось, что есть. Да, Портсмут взят. Нефть есть, тут нефть, потом он Женеву еще забрал. Хотя тут четвертый радиус, наверное, не скоро захватится. Ну и алюминий у него дофига все-таки. Нет, стоп, подождите. У него же уже капал алюминий. Что-то я... У него уже алюминий капал и уже аэропорты стоят. То есть тут он вот сюда вышел. Сюда вышел. И в химию... Я не понимаю, а за счет чего он отстает по техам? Но там было 51-43, да, то есть у него минус 7 тех, тут же нету, вот я астрономию, лишние техи я не открывал. Картография у него точно открыта, как и у меня. Книгопечатание точно открыто. Очень странно. Кстати, дайте глянем, есть ли у меня уран, просто еще вот, еще одна штучка, чисто по ресурсам глянуть. Что было бы впереди. Ну, как видите, за Корею очень приятно играть, да. То есть, я считаю, что это для новичков одна из простейших цивилизаций наравне с Германией. То есть, тут особо нету о чем думать. Так, что с ураном?
Угу, у Сингапура. Лахор надо было бы, наверное, забирать. У англичанина есть. Лахор надо, видимо, было бы забирать мне. Ну, я Тилбург забирал бы, Лахор, наверное, Кардифф. Как-то так. Ну, вот такая партия получилась. Спасибо, что посмотрели. Тут у меня опять чисто отсидеться за горами получилось, потому что всех напрягал Рим. Если бы... Ну вот почему вот, например, Риму, наоборот, не подговорить англичанина на меня нападать? Вот как дипломатически. Давай попилим Корею. У него что... Он же там развиваться будет, прочее, прочее. Да, ну, кстати, еще один момент, почему хреново Корею захватывать. Я-то имею плюс 4, да? Все савоны плюс 4. А когда вы их захватываете, они 0 становятся. Тоже важная штука. Ладно, на этом все. Спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры. Слава Украине, живи Беларусь. Всем пока. На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут поискать уже в плейлисте. Ссылка на него в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.